Пища проходит по пищеварительному тракту за 12-15 часов. Что мы можем предпринять, чтобы сделать наше пищеварение более легким и эффективным? Сейчас мы вам продемонстрируем, как получить больше питательных веществ из вашей пищи. Пищеварение начинается во рту с процесса пережевывания и размельчения пищи. Пища продолжает свой путь и попадает в желудок, где она расщепляется при помощи соляной кислоты желудочного сока. По мере того, как пища поступает из желудка в тонкий кишечник, в действие вступают еще несколько пищеварительных жидкостей. Эти жидкости имеют в своем составе ферменты, которые помогают пищеварительному процессу. Например, поджелудочная железа выделяет три главных фермента в тонкий кишечник – амилазу, протеазу и липазу. Кроме того, мы получаем важные ферменты из употребляемой пищи. Однако современные способы обработки и приготовления пищи уничтожают многие из них до того, как мы поглощаем пищу. Это замедляет пищеварительный процесс. Пищеварительная формула 1 компании Royal Body Care содержит широкий спектр необходимых ферментов, которые нормализуют и стимулируют пищеварительные процессы, особенно в случаях, когда органы не вырабатывают их. Как, например, поджелудочная железа, находящаяся в тяжелом стрессовом состоянии из-за несбалансированного питания. Подобно соку поджелудочной железы, пищеварительная формула 1 содержит амилазу, протеазу, липазу и другие природные ферменты. Каждый из них обладает специальными притягивающими частичками под названием рецепторы, которые помогают ферменту связываться с определенным типом питательных веществ. Так, амилаза переваривает углеводы, например, крахмалы, находящиеся в картофеле и макаронных изделиях. Протеаза в пищеварительной формуле 1 помогает расщепить белки, находящиеся в пище, например, в мясе, на маленькие строительные кирпичики, аминокислоты, которые строят и поддерживают нормальное состояние ткани организма. Липаза помогает организму расщеплять жиры и масла, что понижает содержание жира в крови. Употребление этого препарата помогает нормализовать работу пищеварительной системы и повысить усвоение питательных веществ из пищи.